Снимай сначала, потом будешь. Мы здесь находим документы, которые свидетельствуют о той огромной творческой составляющей, которая сегодня за плечами Бориса Ильича. Я понимаю, что 75 лет – это не просто паспортные данные, это целая эпоха, запечатленная в камне, в бронзе. Мы будем даже говорить не о той жизненной дате, о которой всегда говорить трудно, теперь уже я с высоты своего возраста тоже это понимаю, а о тех годах, которые посвящены скульптуре. Это ведь уже полвека. Полвека Борис Ильич занимает очень разные. Это и юморные вещи, это и серьезные, это и трагедия, это вся наша жизнь. Как бы воплощенная руками Бориса. Хорошо говорить о хорошем художнике. Поэтому я хочу сказать о том, что зависть, вещь, говорят, плохая, но я искренне могу сказать, что я ему завидую, его труду. Трудолюбию, который, ну просто, я думаю, что любой художник позавидует. А таланту? А таланту? Спасибо. Ну теперь я знаю, кому давать букет, чтобы получить поцелуй. А кому поцеловал? Поэтому это первое. Второе, тут вот Борис сказал, тоже я повторю, что я могу объясниться в любви, что я и делаю к Борису Ильичу и не рискую. Человек, который ведет большое деятельность в плане военно-патриотического воспитания как подрастающего населения в нашем крае, это безусловно вместе. Этим коллективом. Борис Ильич, разрешите ваше 25-летие? Разрешаю. Поздравить вас с наступившим днем рождения. Вот, и выразить большую благодарность за то, что вы как художник, как гражданин делаете в городе Красноярске, в нашем крае и в России. Значит, вы поставили в городе Красноярске такую точку, в которой сходятся все дороги памяти, и от них они начинаются. Наш проект, здесь существует проект такой, автопроект с Красноярской дорогами памяти, всегда начинается от этого памяти. И мы, где встречаемся, оставляем вот такую афишку. Это вам как бы на память он показывает для прессы. Это одна из обещ. Я думаю, что она вам будет напоминать о том, что у вас ветераны боевых действий никогда не забывали. Это раз. Вот 29 числа мы только что стартовали, это последний раз мероприятие в этом месяце. Мы встречались с молодежью с первыми курсами Сибирского
юридического института МВД. Но в июле месяце мы стартуем до Кёнигсберга. Ребят, поздравить вас с юбилеем. Сказать вам большое спасибо за памятник. От этого памятника мы стартуем постоянно. На памятнике мы встречаем наши праздники. Мне приятно, что сейчас даже молодежь, которая вступает в новую жизнь, символ, который мы создали в сентябре месяце, о нашем памятнике узнают в Америке. Потому что в Америку мы едем в сентябре. Разрешите мне от Военной комиссии Союза художников России, от Палаты ветеранов боевых действий Гражданской ассамблеи Красноярского края, от Фонда Союз развития вручить благодарственное письмо за участие, оказанное содействие в проведении автопробега «Цветные сны» дорогами памяти, посвященного доблестным сынам Отечества. Командир автопробега Бульбаков, комиссар пробега Кузаков. Дорогие красноярцы, это легкое, дорогие друзья Бориса Ильича. Все было чудесно сказано, почти все грани отражены, особенно трогательно. Потому что многие уже говорили об этом, потому что у него страшно много работы. Это когда вы работали над альбомом, когда составляли данный альбом, его, делали его творчество, его, так сказать, произведения. И еще приятнее сегодня сказать несколько слов Борису и еще как коллеге. В связи с тем, что вот человек приехал из далекого Казахстана, и мы с ним встретились здесь как земляки, как это неожиданно бывает. Одно время, Борис Ильич, мне еще повезло вдвойне, что вы в какой-то мере с ним соавторы по некоторым работам. Вот, должен сказать, что было интересно очень трудиться вместе. Спасибо вам, Борис Ильич. Успехов! И добрых вечеров! У нас для открытия выставки есть такое нарушение. Может быть, ваш вклад в наше воспитание. Вы являетесь самым лучшим наставником. Мы всегда прислушиваемся к вашему слову. Советую. Пойдет Борис Ильич, а за ним пойдут вот эти вот те, которые, кто они такие, вот, пойдут. И очень высокие, и вот бабушка, и вот те вот рабочие, еще работницы, что снискать-то любовь и самого себя к себе, а вот не стараясь ее искать. От себя лично я хотел сказать пару слов публично. До нас уже видели какие-то видеоснимки. Ну, чтобы вас не утомлять, а тут, ну, я не могу говорить, сколько мне дал Бог таланта и дал ли он мне вообще его. Это тоже нескромно, ну а то, что вот трудолюбие,